От щедрот Билл Гейтс раскошелился на 4,6 миллиарда долларов. И речь не про крупную покупку толстосума. Бывший глава компании Microsoft сделал пожертвование, и оно стало самым крупным за последние 17 лет. Данные о том, что Гейтс совершил этот широкий жест, приводит агентство Bloomberg. Правда, оно не уточняет, в чей адрес благотворитель направил деньги. Чаще всего, говорят журналисты, миллиардер жертвует благотворительному фонду, который много лет назад сам и учредил с женой Мелиндой. Bloomberg уверяет, что на сей раз неизвестному адресату всемирно известный спонсор отдал 5% акций своей компании. А самый крупный благотворительный взнос – 16 миллиардов долларов. 61-летний богач сделал в 1999 году. Годом позже он пожертвовал еще 5 с лишним. В настоящий момент Билл Гейтс возглавляет список самых щедрых филантропов мира. That success created.